член регионального бюро Санкт-Петербургского отделения Российской демократической партии «Яблоко». Наша партия является одной из самых старейших в Российской Федерации среди либеральных партий. И можно сказать, что единственный из оппозиционных партий, которая зарегистрирована и которая может принимать участие в избирательных кампаниях. Дело в том, что мы считаем это важно, участвовать в выборах, несмотря на то, что в общем-то, результат уже предрешен. Это важно для того, чтобы было официальное поле для высказывания нашей позиции, для доведения нашей идеологии и нашего мнения о ситуации в Санкт-Петербурге, в России в целом, для избирателей, для граждан Российской Федерации. Особенно важно это в связи с тем, что наше государство сейчас развернулось в обратном направлении и движется уже практически приблизилось, наверное, к тоталитарному режиму, в общем-то, можно и так сказать. Потому что свободных выборов нет. Конституция Российской Федерации, как главный закон Российской Федерации, он не соблюдается в первую очередь представителями власти. То есть закон у нас для всех далеко не единый. Вот. Постоянно нарушаются права человека, постоянно нарушается свобода человека. В частности, свобода слова, свобода высказывать свою позицию. Постоянно запрещается проведение митингов, шествий, пикетирований. И даже когда дается согласование на проведение какой-то акции оппозиции, то есть яркий пример, 15 апреля в Санкт-Петербурге, что после санкционированной акции людей, которые пришли на нее, очень жестко разогнали.